Добро пожаловать на «Расцвет пробуждения». Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы будем обсуждать важную тему, которую вы не захотите пропустить — покаяние. Это слово может означать разное для разных людей. Одни люди думают, что покаяние — это чувствовать себя плохо из-за того, что вы совершили. То есть это стыд или чувство вины. Но это не всегда покаяние. Это не означает, что вы покаялись. Но что же Библия говорит о покаянии? Как нам следует проповедовать о нем? Вопросов к этому слову и его значению очень много. Следует ли о нем говорить? Я хочу показать вам в Библии человека, который действительно покаялся. А потом мы поговорим об определении этого слова. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, 1 стих. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорей, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Вот видите, люди критиковали Иисуса за то, что он говорил с богатым мытарем. Люди любят навешивать ярлыки. Так работает этот мир. Многие люди очень быстры на осуждение. «О, он общается с мытарем. Посмотрите, он пошел в гости к грешнику». А в этом случае они критиковали Иисуса. Если люди критиковали Иисуса, то они будут критиковать и вас. Да. 8 стих говорит: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение от дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Закхей был богатым мытарем, а также он был нечестным человеком. Но он пережил встречу с Иисусом. И хотя Библия не использует здесь слово «покаяние», мы видим, что жизнь Закхея пошла в другом направлении. Именно это и означает «покаяние». В греческом языке это слово «метаноия», которое означает «передумать». Оно также подразумевает, что вы поворачиваетесь в другую сторону. То есть вы меняете свое направление, потому что вы передумали. Люди спрашивают, нужно ли в этот момент плакать. Вы можете плакать. Это что, эмоциональный шаг? Иногда да, так. Но если человек плачет и проявляет другие эмоции, это не всегда означает, что он покаялся. Иногда люди просто чувствуют раскаяние. То есть они просто сожалеют о своих поступках, но они не передумали идти в этом направлении. Вы понимаете разницу? Здесь мы видим, как Закхей встретился с Господом. Во время этой встречи он почувствовал святость Господа, увидел в нем любовь и осознал, что живет неправильно. И тогда он сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иными словами, покаяние — это изменение мышления, изменение направления и обращение к тому, что правильно. Библия говорит об очевидных доказательствах покаяние нашего Закхея. Когда вы каетесь в своих грехах, что же это означает? Вы понимаете, что делаете что-то не так, нарушаете Божьи законы и постановления. Но вы не только понимаете это, но и разворачиваетесь, чтобы идти в другом направлении. Люди говорят, это такая сложная тема. А вовсе нет.
Просто некоторые люди хотят слышать только то, что угождает их плоти. Я понимаю, что нам нужно руководствоваться любовью и мудростью, когда мы проповедуем людям. Все должно быть приправлено именно любовью. Если вы не любите людей, то как вы можете быть эффективны? Правда? Конечно же, нужно проповедовать с мудростью и с любовью, но не нужно искажать истину. Иоанн Креститель проповедовал: «Покайтесь в своих грехах». Иисус проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Так, в день Пятидесятницы, когда люди спросили апостолов, что нам сделать, чтобы спастись, помните, когда Дух Святой сошел, людей так впечатлила проповедь апостола Петра о том, что Иисус — это Мессия. И они спросили, что нам делать, чтобы спастись? И Петр ответил: «Покайтесь». Иными словами, измените свое мышление и идите в другом направлении. Покайтесь и веруйте в Господа, чтобы для вас наступило время обновления. Это я перефразировал слова. Итак, Иоанн Креститель говорил об этом, и Иисус тоже говорил об этом. Петр говорил об этом. Так почему же нам не стоит говорить об этом? Проблема в том, что у некоторых людей неправильное представление о покаянии. Они просто осуждают людей и говорят, что те идут в ад. Это не проповедь о покаянии. Это проповедь осуждения. Покаяние — это призыв от Господа о том, что Он любит их настолько, что желает, чтобы они покаялись и были спасены. А вы скажете: «А как насчет исцеления и чудес? Евангелие — это послание об исцелении, о радости, мире и процветании». Все это «да» и «аминь». Но начинается все именно с покаяния. Все преимущества Евангелия представлены в Библии, но начинается все с покаяния. Чтобы быть в завете со Христом, вам нужно покаяться. Вам нужно признать, что вы оступились, и прийти к Иисусу. Он очень любит вас, но вам нужно покаяться. Я считаю, что это неправильно представлено людьми, проповедующими осуждение. Но также неправильно говорить, что нет нужды в покаянии, поскольку Библия ясно говорит об этом. Даже верующим нужно каяться время от времени, когда они делают что-то не так. Им нужно каяться за неправильные поступки, неправильное поведение, неправильное отношение. Покаяние — это изменение мышления. Я также считаю, что когда человек истинно кается, должно быть доказательство этого покаяния. Это не просто так, мол, «Ой, мне так жаль. Мне так жаль, что я так поступил. Ой-ой-ой, я снова это сделал. Простите меня, пожалуйста». Вовсе нет. Когда вы каетесь по-настоящему, то должны быть доказательства. В этом случае Закхеем, о котором мы только что читали, после покаяния он решил отдать половину своего имущества бедным, и если кого чем обидел, сказал он, «Я воздам тому человеку вчетверо». Иными словами, я каюсь и хочу исправить то,
что я делал раньше. Я изменю свой разум и свое направление. Я считаю, что люди сегодня нуждаются в покаянии. Ну а теперь давайте сделаем небольшой перерыв и посмотрим видеоролик. А потом мы сразу же вернемся в студию и продолжим нашу речь о покаянии. Она потеряла слух и отчаянно просила Бога о чуде, потому что она хотела слышать. Она сказала пастору: «Пожалуйста, помажьте мое ухо, чтобы я могла слышать». А что произошло на конференции в прошлом году? Пастор Гермес сказал: «Сейчас Бог касается кого-то и исцеляет правое ухо». Она сказала, что я прикоснулся к ее уху, там что-то хлопнуло, и она стала слышать все. Затем я проверял ее слух, и она слышала хорошо, хотя у нее не было одной барабанной перепонки. И сегодня она слышит: «Вся слава Иисусу». Мы снова с вами. Сегодня мы говорим о покаянии. Как я уже говорил, эту тему часто неправильно понимают и преподносят. Одни говорят лишь о том, что люди идут в ад, только осуждение и все. Другие говорят: «Бог любит вас, поэтому вам ничего не нужно делать. У вас и так все хорошо». Они даже не упоминают покаяние. А как Павел проповедовал Евангелие? Если вы хотите быть эффективны в проповеди Евангелия, то вам нужно вернуться в Деяния апостолов и посмотреть, как первые ученики Христа проповедовали Евангелие. Зачем? А затем, что они были чрезвычайно эффективны в распространении благой вести, и они видели много плода. Я считаю, что сейчас церковь тоже видит много плода. Да, мы видим плоды повсюду. Евангелие распространяется. Несмотря на все проблемы и испытания, несмотря на все скандалы, Евангелие распространяется по земле. Сейчас столько людей спасаются и рождаются свыше. Я верю, что это поколение исполнит великое поручение и увидит движение Бога на этой земле. Ну а теперь давайте откроем Деяния святых апостолов, 17 главу. Здесь Павел обращается к жителям Афин на рынке. Он проповедовал не в церкви, а обычным людям просто на улицах и на рынке. Давайте посмотрим, как именно он нес им Евангелие. Итак, Деяния, 17 глава. Это очень длинный отрывок. Я не буду читать все, но покажу вам кое-что. В Афинах Павел увидел памятник неизвестному Богу, и вот что он сказал, начиная с 24 стиха. Давайте посмотрим. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Итак, вначале Павел говорит о том, что Господь — это Творец неба и земли. И он назначает времена и пределы обитания людей,
чтобы они искали Его. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Павел рассказывает о Господе и о том, что Он Творец всего. Затем он говорит, что люди должны искать Бога, потому что такова Его воля и Его желание. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, «Мы Его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, Павел показывает, кто такой Господь, говорит, что мы должны искать Его, а затем он говорит, что Бог не рукотворный. Он не творение, а Творец. То есть он исправляет их представление о Боге. И затем он говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Что же Павел делает? Он показывает, кто такой Господь. Говорит, что Он Творец, дающий дыхание жизни всему живому. Затем он поправляет их и говорит, что Бог — это не произведение искусства или изделие из золота, серебра или камня. А потом Павел говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает. Как видите, он говорит здесь с неверующими, и он не боится говорить им, что им нужно покаяться. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем, повсюду, обращая внимание, всем и повсюду. Покаяться — это неплохое слово. Оно просто означает передумать, изменить мышление и свое направление. Бог повелевает всем покаяться. Почему? Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа. Теперь уже речь идет об Иисусе, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Павел говорит, что гарантия того, что это произойдет, это воскресение Иисуса из мертвых. Как вы понимаете, слушатели Павла не были христианами. А руководствовался ли Павел мудростью? Да, потому что он исправлял их с любовью. А в этой проповеди хорошо видна мудрость, но он не искажал тот факт, что людям нужно покаяние. Как я уже говорил, многие христиане имеют ложное представление о том, как выглядит покаяние. Я видел, как люди плакали, и казалось, что они каются, но не было никаких изменений. Никаких плодов покаяния. Также я видел, как люди, не проявляя особых эмоций, просто принимали решения в пользу Господа, а позже я видел плоды в их жизни. Я видел постоянство и изменения. Смысл Евангелия в трансформации. Иисус желает преображать вашу жизнь. Он хочет превратить вас в новое творение. Возможно, вы сейчас нас смотрите и не знаете Иисуса Христа лично. Вы знаете о Нем, как об исторической личности. Вы знаете, что 2000 лет назад Он ходил по земле. Вы знаете различные истории о Нем, знаете даже истории о чудесах, но вы никогда не принимали Иисуса в свое сердце. Возможно, вы никогда не делали Его Господом своей жизни и никогда не каялись в своих грехах. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Это сказано в послании к римлянам, 3 главе, 23 стихе. «Все согрешили и нарушили закон Божий». Но у Бога есть выход. И выход — это вера в Иисуса. И в то, что жертва, которую Он принес на кресте,
заплатила за все наши грехи. Библия говорит, что Он заплатил не просто за наши грехи, а за грехи всего мира. Возможно, вы смотрите нас сейчас и думаете: «Пастор Гермес, я никогда не выбирал Христа. Я никогда не принимал Христа и не признавал, что я живу неправильно и нуждаюсь в Спасителе. Я не хочу никого пристыдить». Возможно, вы бывали в церкви или даже выросли в церкви, но вопрос не в этом. Вопрос в том, выбирали ли вы Иисуса Христа. Библия ясно говорит, что Бог назначил день, в который Он будет судить мир по праведности. Наступит день, когда вы встретитесь с Богом, и вам придется ответить на вопрос, что вы сделали с жертвой Иисуса Христа, как вы отреагировали на нее. Правильная реакция — это вера и покаяние. Во-первых, вам нужно поверить, что Иисус — это Спаситель и Господь. Он сам сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Иисус умер на кресте вместо вас. Он взял ваши грехи, чтобы дать вам свое спасение. Он понес ваше наказание, чтобы вы были свободны. И все, что вам нужно сделать, поверить в Него, принять Его прощение и покаяться в своих грехах. Поэтому скажите: «Господь, как говорил Закхей, я жил неправильно, но прости меня. Спаси меня и освободи меня. Я хочу развернуться и следовать за Тобою». А вот что такое покаяние. Вы верите Господу, меняете свое мышление и меняете свое направление. Именно в это мы верим для вашей жизни. Возможно, вы еще не приняли это решение, но я настойчиво рекомендую сделать вам это. Выберите Иисуса сегодня. Да, в Нем есть исцеление. В Нем присутствует мир, радость и благословение. Но вход в этот завет только через покаяние. Это дверь. Или, если хотите, это ключ. Вам нужно покаяться прямо сегодня и принять любовь и прощение, которые может дать только Сам Христос. Посему предлагаю вам открыть эту дверь и повернуть этот ключ. А сейчас давайте помолимся вместе. Молитесь со мною. Я хочу помолиться за вас, чтобы Иисус прикоснулся к вам. Возможно, вы никогда не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем, никогда не каялись и никогда не приходили к Нему с искренним сердцем. Тогда я хочу помолиться именно за вас. Если вы хотите сделать этот шаг и сделать Иисуса Господом своей жизни, тогда помолитесь вместе со мной. Это короткая молитва, которая пригласит Его войти в вашу жизнь. Давайте помолимся. Скажите: «Иисус, спасибо за то, что умер на кресте за мои грехи. Спасибо за то, что воскрес из мертвых на третий день. Спасибо за Твое спасение. Я каюсь в моих грехах и принимаю Твое прощение. Очисти меня, измени меня. Запиши мое имя в книге жизни. Иисус, сегодня я принимаю Тебя как моего Господа. Спасибо за дар спасения и вечной жизни во имя Иисуса». Библия говорит, что всем, кто поверили в Него, Он дал силу быть детьми Божьими. Если вы искренне помолились вместе со мной, то я хочу сказать вам, что вы спасены, прощены, и теперь начинается новая жизнь. А вот в чем смысл покаяния?
вы меняете свое направление, и я хочу помолиться о том, чтобы Бог укрепил вас в вашем хождении с Ним. Я хочу помолиться за каждого из вас. Возможно, вы страдаете или болеете. Я хочу произнести эту молитву, которая даст вам силу обрести свободу во имя нашего Господа Иисуса Христа. Итак, приготовьтесь. Я поведу вас в этой замечательной молитве. Давайте молиться. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за всех, кто нас смотрит. Я провозглашаю слово исцеления и свободы. Спасибо за всех, кто покаялся в своих грехах. После покаяния они перешли в новую жизнь. Пусть Дух Святой вдохновляет их и помогает им идти по новому пути, который Иисус подарил им. Пусть Твое помазание разрушит всякое ярмо рабства и греха. Разрушь силу извращений и все силы дьявола. Я проклинаю все дела дьявола во имя Иисуса. Я проклинаю любое давление и все проделки дьявола в вашей жизни во имя Иисуса. Будьте свободны от порнографии, от зависимостей, от греха во имя Иисуса. Я провозглашаю свободу и исцеление. Будьте свободны. Я вижу, как исцеляются чьи-то легкие. Я вижу кашель или какое-то заболевание в легких. Я связываю это заболевание во имя Иисуса. Будьте исцелены. Я приказываю всем болезням о вашем теле уйти прочь во имя Иисуса. Я провозглашаю божественное здоровье, божественное исцеление. Во имя Господа Иисуса Христа освобождайтесь от всего, что держит и удерживает вас. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты прикасаешься к людям и даешь им свой мир, свою радость и свою славу во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, наш Господь. Пусть Бог обильно благословит вас. Увидимся в следующем выпуске. We'll be right back.